в Бангкоке, чтобы значительно сократить время, можно передвигаться по каналам на вот таких вот быстроходных лодках. Стоимость вообще копейки, там 8 или 10 бат. Вот, внутри вот так. Очень быстро, там 4 буквально остановки. Я сейчас проеду, еду за фруктами. Если бы я поехал на такси или тук-туке, я бы ехал минут 40 и отдал, наверное, 150-200. А на этой лодке где-то минут 12-15. Вот так. Подходишь вот так вот на станцию. Просто здесь они швартуются. Сел и поехал. Здесь у них конечные.